Услыши, помилуй. Твое благословение Твое, азуснух и спах устахику, Господь, заступит меня. Господи, да не ярости Твое, и обличишь меня ниже гнев, Ты накажешь меня, и як устрела Твоя умзошла во мне, и утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление во плоти, матрица гнева Твоего, несть мира в костях мух и лица грех моих, яко беззаконие моя, призыдоша главу моя, ко бремя тяжко тяготешь на мне, во смердеши и согниша рану, матрица безумия моего, во страдах извлекался до конца, весь день сетую хождах, я кулядвия моя наполнишь эти поруганий, и несть исцеление во плоти моей, озлоблен бых и смирися до дела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, предо Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся устами, сила моя, свет очи моей, то несть со мною, друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, далече мне старше, нужда, посещащие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетной льстины, весь день поучахуся. Аж яко глух не слышах, яко нем, не отверзай ей уст своих, и бых яко человек не слыша, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, Боже, дай Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пусте, и непроходней безводнее. Так, во святе, мне вихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче животу снимай и похвалите Тя. Так, во благословлю Тя в животе моем, во имени Твоем воздержу руцы мои, яко тук и масти, да исполнится душа моя, сном и радости восхвали Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был и помощник мой в крови крылу Твоей, счастье лицом будут, царь же возвеселится в Бозе, похвалится вся клянись им, яко заградишь все уста глаголящих неправедное, на уме же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Сказав пути своему и сел и сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый же по грехам нашим воздал весь нам. Яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лика отстанутся не сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе готов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его, слышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычествуя Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычествуя Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твою, слышь меня правде Твоей, и не мниди в суда с рабом Твоим, яко не оправдится преду Тобой всех живые, яко погнав враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянул не древнее, поучився у всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучался, воздел Тебе руцы мои, душа моя, как земля безводная Тебе». Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, подоблеси нисходящим ровом. Слышь, ну сотвори мне завтра милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко в Тебе взят душу мою. Извини, отправься, Господу, помолимся. Господи, и страхом Божиим, ходящих вон Господу, помолимся. Высокопреосвященнейший митрополите Германе, честнее пресвитерь своего христиане Яковстве, о всем кречте люди Господу помолимся. Слышь меня, Бог, как по голову, святею своим отрадной, святею, 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 святею
лежатся в животе моей, во имени Твоего воздержу руцы мои. Я как дух и масть, да исполнится душа моя, и усна мы радости восхвалятся уста моя. Аще поминався на постели моей, на утренних лучах святся. Я как был и помощник мой, в крови клянутая возрадуйся. Пред две душа моя по тебе, меня же бьет десница твоя. Ти же суя и скажу, душу мою гнидут в преисподней земли. Пригодятся руки оружия, части листовым будут. Царь же возвеселится, лбозит, покварится вся длинная семья, когда хранишь уста глаголящих неправильная. Услыши, Боже, глас мой, не к дому летимися к тебе, от страха вражает не душу мою, покрыть от сону упавлающих, от множества делающих неправду, и же застриши, как вещь, языки свои на прикошену, в свою вещь больну, застреляют, тайных непорочных, не запу застреляют, и бою боятся, утвердивши себе слово, главное поддержание. Преподобная Матери нашей, Марии Египетской, я же молитва, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Тайну Цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Так сказал ангел Тавиту после чудесного прозрения очей его и после перенесенных им тягот, от которых Тавит по своему благочестию был потом избавлен. Ибо разгласить цареву тайну опасно и губительно, умалчивать же о причудных делах Божиих вредит душе. Потому, страшась умолчать о божественном и опасаясь участи раба, который получил от владыки своего талант, зарыл его в землю и, данное ему для пользования, спрятал, не истратив, я не утаю дошедшего до меня священного предания. Да уверуют всякие в слово мое, передающее то, что мне довелось услышать, да не подумает он, поразившись величием случившегося, будто я что-нибудь приукрашиваю. Да не уклонюсь я от истины, и да не искажу ее в слове своем, где упомянут Бог. Не пристало, думаю я, умолять величие воплощенного Бога слова, соблазняясь об истинности передаваемых о нем преданий. К людям же, которые будут читать эту мою запись и, поразившись придивному, что в ней запечатлено, не захотят ему поверить, пусть милостив будет Господь, ибо, отправляясь от несовершенства естества человеческого, они считают невероятным все, что выше людского понимания. Пусть же не соблазнит неверного заблуждения, будто в наши дни не случается столь великих чудес, ибо благодать Господня из поколения в поколение, нисходящая на святые души, приготовляет, по слову Соломона, друзей Господа и пророков. Однако пора приступить к благочестивому этому повествованию. В палестинских монастырях подвязался некий муж, равно украшенный делом и словом, который чуть что не спелен был взрощен в монастырском обычае и трудах. Старец этот звался Зосима и жил в каком-то из древних монастырей, проходя поприще подвижничества. Он укрепил себя во всяческом смирении, соблюдал всякое правило, поставленное в этой школе подвига ее наставниками, а многое сам добровольно назначал себе, стремясь подчинить плоть духу. И старец достиг поставленной цели, ибо столь прославился как муж духовный, что из ближайших, а нередко и из дальних монастырей постоянно приходило к нему множество братьев, чтобы его наставлением укрепиться для подвига. И хотя он предан был деятельной добродетели, всегда размышлял над Словом Божиим и, ложась в постелю свою, и вставая ото сна, и занятый рукоделием, и когда случалось ему вкушать от пищи. Если же тебе угодно знать, каким брашном он насыщался, то скажу тебе, что постоянным псалмопением и раздумиями над Священным Писанием. Рассказывают, что нередко старец удостаивался божественных видений, ибо получал озарение свыше. Как сказал Господь, кто не оскверняет плоть и всегда трезвится, бодрствующим оком души видит божественное видение и получает в награду благо вечное.
Засима говорил, что еще малым дитятей отдан был в этот монастырь, и до своего 53-летнего возраста проходил там поприще подвижничества, а потом смутился мыслью, что по совершенству своему во всем не нуждается более в наставничестве. Так, по словам его, он рассуждал в своей душе: «Есть разве на земле монах, который мог бы преподать мне что-нибудь или был бы в состоянии наставлять меня в подвиге, которого я не ведаю и в каком не упражнялся? Разве сыщется кто среди пустынных жителей больше меня деятельной жизнью или созерцательным? Однажды к царству предстает некий муж и говорит ему: Засима, ты славно и, насколько это в силах человеческих, подвязался и славно прошел монашеское поприще. Однако никто не достигает совершенства, и ожидающий его подвиг труднее уже совершенного, хотя человек того и не ведает. Чтобы ты узнал, сколько есть еще других дорог ко спасению, уйди из родной земли и из дома отца твоего, подобно тому славному праотцу Аврааму, и ступай в монастырь вблизи реки Иордана». Тотчас старец, согласно этому велению, покидает обитель, в которой он с младенческих лет жил, приближается к священной среди рек Иордан, и путеводимый тем же ранее представшим ему мужем, находит монастырь, который предоставил ему для жительства Бога. Постучав в берег, он видит привратника, который сообщает о его приходе игумену. Тот, приняв старца и увидев, что он со смирением по монашескому обычаю творит поклон и просит за него помолиться, спрашивает: «Откуда и зачем ты пришел, брат, к этим смиренным старцам?» Засима отвечал: «Откуда я пришел, незачем говорить, пришел же я, отец, ради назидания духовного, ибо слышал о вашем славном и достохвальном житии, могущем духовно приблизить ко Христу Богу нашему». Игумен сказал ему: «Только Бог, брат мой, врачует слабость человеческую, и Он обнаружит тебе и нам божественную свою волю и наставит тому, как надобно поступать. Человек же не может наставить человека, если всякий постоянно не будет сам ревновать о духовной пользе и рассудительно стремиться совершать должное, надеясь в этом на помощь Божию. Однако, если любовь к Богу подвигла тебя, как ты говоришь, прийти к нам, смиренным старцам, оставайся здесь, раз ты для того пришел. И добрый пастырь, отдавший душу свою во искупление наше и по имени зовущий своих овец, напитает всех нас благодатью Святого Духа». Когда он закончил, Засима снова склонился перед ним и, попросив игумена помолиться за него и сказав «Аминь», остался в этом монастыре. Он увидел, как старцы, преславные своей деятельной жизнью, созерцанием служат Богу. Псалмопение в монастыре никогда не смолкало и длилось всенощно. В руках монахов всегда была какая-нибудь работа, а на устах псалмы никто не произносил праздного слова. Заботы о приходящем не тревожили. Годовые прибытки и попечения о житейских печалях даже по имени не были известны в обители. Известным стремлением у всех было, чтобы каждый был мертв телесно, ибо умер и перестал существовать для мира и всего мирского. Всегдашним брашном были там богодохновенные слова. Тело же монахи поддерживали только самым необходимым хлебом и водой, ибо каждый горел любовью к Богу. Засима, увидев их житие, ревновал о еще большем подвиге, принимая все более тяжелые труды, и нашел сподвижников, прилежно трудившихся в вертограде Господне. Прошло довольно дней, и настало время, когда христиане наблюдают Великий пост, приготовляясь почтить страсти Господни и воскресенье. Монастырские ворота никогда не отворялись и постоянно были на запоре, чтобы монахи без помех могли совершать свой подвиг. Отмыкать ворота запрещалось, кроме тех редких случаев, когда сторонний монах приходил за каким-либо делом. Ведь место то было пустынное, недоступное и почти неизвестное соседним монахам. В монастыре Истари соблюдалось правило, из-за которого, я полагаю, Бог и привел Засиму сюда.
воскресенье перед началом первой седмицы поста по обычаю преподавалось причастие, и всякий приобщался чистых тех и животворящих тайн, и, как это было принято, кушал немного от еды. Все затем вновь собирались в храме, и после долгой молитвы, творимой коленопреклонно, старцы друг другу целованием давали друг другу целование, каждый из них с поклоном подходил к игумену, прося его благословения на предстоящий подвиг. По скончании этих обрядов монахи отворяли ворота, согласным хором пели псалом: «Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся». И все выходили из обители, оставляя там кого-нибудь, не за тем, чтобы сторожить их добро, ибо у них не было ничего, что могло бы привлечь воров, но дабы не оставлять церковь без опеки. Каждый запасался, чем мог и чем хотел из съестного. Один брал, сколько ему требовалось хлеба, другой – сушеные фиги, третий – финики, четвертый – моченые бобы. Некоторые не брали с собой ничего, кроме рубища, прикрывавшего их тело, и насыщались, когда испытывали голод, растущими в пустыне травами. Правилом и непреложно наблюдаемым законом у них было, чтобы один монах не знал, как подвязается другой и чем занят. Едва перейдя Иордан, все далеко отходили друг от друга, разбредались по всей пустыне, и один не приближался к другому. Если же кто издали замечал, что какой-нибудь брат идет в его сторону, немедля уклонялся с дороги и шел в другом направлении, пребывал наедине с Богом, непрестанно распевая псалмы, читая тем и питаясь тем, что было под рукой. Так монахи проводили все дни поста и возвращались в монастырь в воскресенье, предшествующее животворящему восстанию Спасителя из мертвых, чтобы торжествовать предпразднество по чину церкви своей. Каждый приходил в монастырь с плодами своих трудов, зная, каков его подвиг и какие семена он взрастил. И никто не спрашивал другого, как тот проходил назначенное себе состязание. Таково было это монастырское правило, и так оно во благо совершалось. Ведь в пустыне, имея судью единственного Бога, человек состязается с самим собой не ради угождения людям, и не для того, чтобы выставить свою стойкость на показ. Свершаемое же ради людей и им в угоду не то, чтобы без пользы для подвязающегося, а служит для него причиной великого зла. И вот засима, по принятому в этом монастыре правилу, с малым запасом необходимого для телесных нужд пропитания, и в одном рубище перешел Иордан. Следуя этому правилу, он шел по пустыне и ел, когда его побуждал к тому голод. Ночью, там, где его застигала темнота, он прямо на земле вкушал краткий сон, а на рассвете снова продолжал путь и всегда шел в одном направлении. Ему хотелось, как он говорил, дойти до внутренней пустыни, где он надеялся встретить кого-нибудь из живущих там отцов, который мог бы духовно просветить его. Зосима шел быстро, словно спеша к какому-то славному и знаменитому прибежищу. Он шел так 20 дней, и однажды около 6 часа решил на малое время остановиться и, взглянув на восток, сотворил обычную молитву. Обыкновенно он в определенные часы дня останавливался на краткий отдых, творил песнопение и, преклонив колено, молился. Тут во время молитвы, когда глаза его были возведены к небу, справа от места, где он стоял, Зосима увидел как бы человеческую тень. Он задрожал от ужаса, думая, что это дьявольское наваждение. Оградив себя крестным знамением, ибо в это время закончил молитву, стряхнул страх, Зосима обратился и увидел, что подлинно кто-то идет в сторону полдня. Человек был наг. Темен кожей, словно его опалил солнечный жар, волосы же имел белые, как руно, и короткие, так что они едва достигали шеи. Зосима
увидев это и словно впав от радости в восторг, исполнен ликования из-за удивительного зрелища, бросился бежать в ту сторону, куда поспешал представший ему муж. Он возвеселился неизреченным весельем, ибо не видел во все те дни ни людского облика, ни следов или признаков зверя или птицы, и жаждал узнать, что это за человек и откуда, надеясь стать свидетелем и очевидцем преславных дел. Когда этот путник понял, что издали за ним следуют Зосима, он бросился бежать вглубь пустыни. Зосима же, как бы забыв о своей старости и презрев тяготы пути, решил его настигнуть. Он преследовал, а муж тот усиливался уходить, но Зосима бежал быстрее и вскоре приблизился к убегающему. Когда же настолько близко подошел, что можно было расслышать голос, Зосима стал кричать и так со слезами говорил: «Зачем бежишь меня, грешного старца? Раб Божий, подожди, кто бы ты ни был, ради Бога, по любви, которому ты поселился в этой пустыне. Подожди меня, немощного и недостойного, ради надежды своей на награду за поднятый тобою труд. Остановись, удостой старца своей молитвы и благословения ради Бога, не отторгающего ни единого человека». Пока Зосима все это со слезами говорил, оба они оказались как бы в ложе, изрытом речным потоком. Я не думаю, что когда-нибудь там протекала река, ибо как это могло быть в пустыне, но место было тем не менее таково на вид. И вот, когда они достигли этой впадины, беглец спустился в нее и вышел по другую сторону, а Зосима, утомившись и не в силах долее бежать, стоял на этом краю, непрестанно плача и стеная, так что при близости расстояния тому возможно было расслышать. Тогда муж тот сказал: «Ава Зосима, прости меня ради Бога, но нельзя мне оборотиться и показаться тебе на глаза, ибо я женщина и совсем нага, как ты видишь, и срам моего тела ничем не прикрыт. Но если тебе угодно исполнить просьбу грешницы, дай свое рубище, чтобы мне скрыть то, что выдает во мне женщину, и я повернусь к тебе и приму твое благословение». Ужас и восторг, как он передавал, овладел Зосимой, когда он услышал, что женщина назвала его по имени Зосима. Ибо как муж острого ума, умудренный в вещах божественных, старец понял, что она не могла бы назвать по имени человека, которого никогда прежде не видела и о ком никогда не слышала, не будучи отмечена благодатью прозорливости. Тот час Зосима исполнил то, о чем женщина его просила, разорвал свой ветхий гематий и, повернувшись к ней спиной, бросил половину ей. Женщина, прикрыв то, что прежде всего следовало закрыть, поворачивается к Зосиме и говорит ему: «Зачем тебе, Авва Зосима, угодно было увидеть грешницу? Что хотел ты узнать или увидеть, не убоявшись подъять такой труд?» Она, преклонив колени, по обычаю попросил, благословения, а она, припав к его ногам, просила о том же. Оба они простерты были на земле, и каждый просил благословить его, и оба говорили только: «Благослови». По прошествии достаточного времени женщина сказала Зосиме: «Ава Зосима, тебе приличнее благословить меня и за меня помолиться, ибо ты почтен пресвитерским саном, уже много лет предстоишь святому престолу и преподаешь святые дары». Это повергло Зосиму в еще сильнейший страх и смятение. Задрожав, старец покрылся испариной и стал плакать, и голос его от стенаний пресекся, и он сказал, прерывисто и часто дыша: «Все обнаруживает, духовная Матерь, что ты удалилась к Богу и умерла для мира. Дарованная тебе благодать угадывается из того, что ты, никогда меня не видев, назвала мое имя и сан. Но так как благодать измеряется не саном, а достоинствами ради Бога, благослови меня и помолись за меня, ибо я нуждаюсь в твоей помощи». Тогда
Уступив настояниям старца, женщина говорит: «Благословен Господь, хотящий спасения душам человеческим и пекущийся о телах наших». Когда Зосима сказал «Аминь», оба они поднялись с колен. Женщина говорит старцу: «Зачем ты пришел ко мне, грешной человече? Зачем пожелал увидеть женщину, не имеющую нисколько добродетель? Если благодать Святого Духа путеводила тебя ради того, чтобы со временем ты послужил мне, скажи, каковы теперь судьбы христианского рода, как император, как устрояются дела церковные?» Зосима говорит ей: «Коротко сказывать по твоим мать святым о нас молитвам, Христос даровал всем прочный мир. Но прими недостойную мольбу старца и помолись обо всем мире и обо мне грешном, чтобы не бесплодно было мое долгое странствие по этой пустыне». Женщина ответила ему: «Тебе, Авва Зосима, имеющему священнический сан, скорее надлежит, как я уже сказала, молиться обо мне и обо всех, ибо для этого он тебе дан. Но так как мы должны соблюдать послушание, я с охотой подчинюсь твоему велению». С этими словами она обращается к востоку и, возводя к небу глаза и воздев руки, начинает шептать молитву. Голоса не было ясно слышно, поэтому Зосима не мог разобрать слово молитвы. Стоя на коленях, как он рассказывал, объятый дрожью, он молчал. Зосима, свидетельствуя с Богом, утверждал, что, видя, как долго женщина та молится, он немного приподнялся и, взглянув, узрев, что она творит молитву, возвысившись чуть не на локоть от земли и застыв в воздухе. Тут его одержал еще больший страх, и в великом смятении он не смел ничего сказать, только в душе своей многожды повторял: «Господи, помилуй». Простертый на земле старец стал тогда соблазняться в уме своем, не дух ли это злобный, и не притворна ли молитва ее. Женщина облегчила душу Зосиму, повернувшись и сказав: «Почему, Авва, мысли твои смущают тебя, и ты соблазняешься обо мне, что я дух, и молитва моя притворна? Ведь верь, человече, что я грешница, оборонена, однако, святым крещением. Не дух я, а персть земная и прах, все тело плоть, чуждая духа». При этом она осеняет крестным знамением лоб, глаза, губы и грудь, говоря так: «Господь, Авва Зосима, да избавит нас от лукавого и от козней его, ибо необорима Господня сила». Увидев и услышав такое, старец пал на землю и со слезами обнял стопы ее, говоря: «Заклинаю тебя именем Господа Иисуса Христа, рожденного девы, из любви к кому ты облеклась этой наготой и так изнурила свою плоть, не утаи от раба своего, кто ты, откуда, когда и каким образом пришла в эту пустыню. Не утаи от меня свою жизнь и поведай все, чтобы открылось величие Господне, как гласят слова: сокрытая премудрость и сокровище невидимое, какая в них польза. Поведай мне все ради Бога, ибо будешь говорить не для тщеславия и похвальбы, а в назидание мне, грешному недостойному, ибо я верую Богу, ради коего ты живешь и подвязаешься, и в эту пустыню путеводительствован был, того ради, чтобы Господь открыл мне твои подвиги. Не в нашей власти противоборствовать приговорам Божьим. Не будь угодно Христу Богу нашему, чтобы открылся подвиг твой, он не попустил бы, чтобы кто-нибудь узрел тебя и не укрепил меня, кому не дозволено было покидать свою обитель на свершение столь дальнего пути». Когда Авва Зосима сказал это и многое другое, женщина возвеселила дух его словами: «Я стыжусь, Авва, поведать тебе о сраме дел моих. Прости мне ради Бога. Но так как ты зрел ногое мое тело, я обнажу пред тобою и деяния мои, дабы ты узнал, какого позора и нечестия исполнена моя душа. Не из боязни, как тебе мнилось, согрешить тщеславием не хотела я, подлинно сосуд дьявола, поведать о себе.
Я знала, что начни я повествовать о своей жизни, ты бежал бы меня, как бегут змеи, не в силах внимать мерзости, которую я творила. Однако, поведаю, ни о чем не умолчав, но об одном прошу, не ослабевай в молитве за меня, чтобы Господь смилостивился надо мной в час своего суда. Начну плакать окаянного моего жития деяний, кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробен, дашь мне прегрешение оставление. И окаянная душа с плотью Твоею, зиждителю всех исповешься, и останься прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу в покаяние слезы. Первозданного Адама преступлению поревновав, познав себе обнажен от Бога и пресносущного царствия и сладости грех ради моих. Увы мне, окаянная душа, что уподобилась еси первой Еве, видела бы еси зли, и уязвилась еси горце, и коснулась еси древа, и вкусила, если дерзостно, бессловесное снеди. Вместо Евы чувственное, мысленными бысть Ева, во плоти страстный помысл, показуя сладкое и вкушая присно, горького напоения. Достойно из Эдема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою спаси, заповедь Адам, аз же что постражду, отметая всегда животное Твоя словеса. Кайного пришед убийство произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяниями. Авелеве Иисусе, не уподобился правде, дара тебе приятно не принесу, когда ни деяния божественно, ни жертвы чистые, ни жития непорочного. Яко каяны мы, душе окаянная, всех содетелю, деяние скверное, жертву порочную, и непотребное житие принесохом купе тем же и осудихомся. Брение издатель живосоздав, вложил, если мне плоть и кости, и дыхание, и жизнь, но о творче мой, избавителю мой и судье, кающийся прими мя. Извещаю те спаси грехи, я же содеях и души, и тела моего язвы, и же внутрь убийственней помыслы разбойнические на мя возложиша. Боже, помилуй меня.
Ощи согреших спасе, но вем, яко человека любит Сиси, наказуешь милостивно, и милосердствуешь тепле, слезяще зрише, и притекаешь, яко Отец, призывая блудного. Поверженными спаси пред враты Твоими, пони на старость, не отрини меня в отча, но прежде конца, яко человека любит, сдажми при грешении оставление. Разбойники впады, аз есем помышленьми моими, весь от них уязвихся ныне, исполнихся ран, но сами представ Христе, спаси, исцели. Священник мя предвидев, мимо иди, левит видев, лютых нага презрено, из Марии воссиявы Иисусе, ты представ ущедре мя. Агнче Божие, в земле грехи мира, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, яко благоутробен, дашь мне слезы умиления. Покаяние время, прихождуйте Создателю моему, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, яко благоутробен, дашь мне слезы умиления. Не возмущайся меня, спаси, не отрини от Твоего лица, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, яко благоутробен, дашь мне грехопадений оставление. Вольное спаси, невольное прегрешение мое, явленное, сокровенное, и ведомое, неведомое, вся простив, яко Бога чисти, и спаси мя. От юности Христе заповеди Твоя приступи, все страстно не преки унынием, придох житие тем же, зову те спаси, по не наконец, спаси мя. Богатство мое спаси, изнурив в блуде, пусть есть плодов благочестивых, алчен же зову, отче щедрот предварив, ты мя ущедри. Тебе припадаю, Иисусе, согреших Ти, очисти мя, возьми бремя от меня тяжкое и греховное, яко благоутробен, дашь мне слезы умиления. Со мною суд, нося мое деяние, словеса изыскуя, исправляя стремление, но в щедротах Твоих презирая, моя лютая, спаси мя всесильнее. Преподобная Матерь Мария, моли Бога о нас. Ты мне дашь светозарную благодать от божественного свыше промышления, избежать из страстей омрачения, петь усердно Твоего Марии жития, красное исправление. Преклонившись Христовым божественным законом, к сему приступила и сии сладости, неудержимое стремление оставивши, и всякую добродетель всеблагоговейно, яко едино, исправила еси. Молитвами Твоими нас, Андрея, избави страстей бесчестных и царствия ныне Христова общники, верою и любовью воспевающие Тя, славне покажи, молимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресущественная Троица, во единице поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое и греховное, яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородице, надежде и предстательству тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое и греховное, яко владычица чистая, кающаяся, прими меня.
внушай глаз, кайся к Богу, воспевающий Его, во ныне. Помилуй, Боже, спаси мой милостью Твоим оком, прими мое тепло исповедание. Реши паче всех человек, единство реши тебе, но щедрый яко Бог спаси творение Твое. Буль меня с духа держи, благопробь мне Господи, но яко Петру, и мне руку простри. Срезы блудницы щедрые, и аз предлагаю, очисти меня, спаси благотробен Твоим. Омрачи душевную красоту страстей и страстьми, и всячески весь ум всех сотвори их. Раздрахни мне одежду мою первую, жми сказ, и житель изначала, и оттуда лежу нах. Облекся в раздранную ряду южей скамьи, зми советом, если ждуся. Возлег на садомную красоту, плестихся умом, и оттуда лежу на и срамляюся. Делавши на хребте моем всеначальнице страстей, продолжающий на меня беззаконие. Погубив первозданную доброту и благолепие мое, и не лежу на и стыжуся. Шиваше кожные ризы грех мне, обнаживай меня первые блатканы и одежды. Блажен есть одеянием суда, я же листьем спокойным, во значение моих самовластных прости. Одегся в срамную ризу, окровавленную студно, течению страстного и страстного живота. О, скверни плоти моя ризу, каляв еже по обществу, по спаси, по подобию. Подоб страстную пагубу все вещественную тлю, и отоль до ныне враг мне досаждает. Во вечное, либо именное житие невоздержанием, спаси предпочет ныне тяжким временем облажен есть. Украси плоский образ верных помышлений различным облажением и осуждаюся. Внешне прилежно благоукрашением единым, о, пекохся внутреннюю презде благообразную скинию. В образе моих страстей безобразия, любостластными стремлениями, погубив ума красоту. Погребок первого образа доброту, спасся страстьми, вьюже, як иногда, драхну близко обрящи. Совершив, як же блудница, выпию те единство, реши тебе, яко миру прими, ми спаси, и моя слезы. Поползовся, яко Давид блудно спирнився, но мы имея, спаси слезами. Очисти, яко же мытарь, выпию те, спаси, очисти тебя, никто же бы сучек из Адама. Я говорю, аста реши к тебе. И слез ниже покаяния има, ниже умиления. Сам если я спас, яко Бог даруй. Дверь твою не твори мне тогда, Господи, Господи, но отверди мне сию кающимися от тебе.
Человеколюбщик, хотя и все спастись, а ты его за имя, и прими, яко благ кающегося. Помилуй, Боже, помилуй. Души воздыхания души моя и очи мои прими, капли спаси и спаси мя. Пресвятая Богородице, спаси. Пречистая Богородица, Дева Дедин, Степетая, молиприлежно, воеже, спасися нам. Удалися прежнего греха, и бойся, яко немытного, яко суди и Бога. Помилуй меня, Боже, помилуй. Кому подобно уподобилася и си многогрешной душе, Богу первому Каину и Ламеху оному, каменовавшее тело, злодейство и убившее ум бессловесными стремлениями. Помилуй меня, Боже, помилуй. Вся прежде закона притекшая о душе, сифу не подобилась еси, ни еноса подражала еси, ни енока приложением ни ноя, но явилась еси у Бога правильной жизни. Помилуй меня, Боже, помилуй. Единоотверзна еси хлябе гнева Бога Твоего души моя, и потопила еси всю, яко ж земля, землю плоть, и деяние, и житие, и прибыла еси в ней спасительного ковчега. Помилуй меня, Боже, помилуй. Мужа убий, глаголит, язвы мне, и юношу, струп, ламе предай вопияша, ты же не трепещущий, о душе моя, окалявший плоть и ум оскверневший. Помилуй меня, Боже, помилуй. Октапу приновал ламеху первому убийце, душе яко мужа, ум яко юношу, яко брата же, моего тела убил, яко Каин убийца, либо с ластными стремлениями. Столб умудрилась и создать по душе, и утверждение водрузите твоим похотьми, а еще не вы, зиждите, удержал совидом твоям. Изверг на землю исхищение Твое. Помилуй меня, Боже, помилуй. Уязвихся, уранихся, и все стрелы и вражи, уязвившие мою душу и тело, все струпы гноения и обращения упиют раны самовольных моих страстей. Помилуй меня, Боже, помилуй. Одожди, Господь, от Господа ох иногда, на беззаконие гневающие, сожег стомленные, ты же ох же глаз гиенский, мне в живущей душе сожжешься. Помилуй меня, Боже, помилуй. Разумейте, видите, яко аз есть Бог, испытая сердца и мучая, мысли обличая деяния и попаляя грехи, и судя псиру, и смиренную, и нищу. Растерлась и руки твои к щедрому Богу Марии, бездни зол погружаемая, я бы же Петру всяколюбно, руку божественную простре, твои обращения в отецки иски. Преподобная Мати Марии, моли Бога. Всем усердием любовью притекла еси, к Христу первый греха путь побрячи, и пустынях непроходимых питающийся, и того чистки совершающий божественные заповеди. Видим, видим, всеголюбие, о душе Бога и владыки, всего ради прежде конца,
тому со слезами припадем, попиющие Андрея молитвы, спаси, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безначально и несозданная Троица, нераздельная единица, кающаяся мя прими, согрешившая спаси, Твоей создание не презри, но пощади, избави мя огна осуждения. Имени Христа и во веки веков. Аминь. Чистого владычества, Богородительница, надежду в Тебе прикающей, пристанище сущих в бури, милостной Создателя и Сына Твоего, умилостиви и мне молитвами Твоими. Господь от дождей в землю содомскую прежде попали. На горе спасайся, душе, как желот онный, и все гор угонзай. Бегай запаление в душе, бегай содомского горения, бегай тление божественного пламени. Исповедуйся тебе, спаси, согреших те, но ослаби, остави меня, как благоутробен. Согреших тебе, един аз, согреших паче всех, Христе спаси, да не презвеши меня. Ты, си пастырь добрый, взыщи меня, агнца, и заблудшего, да не презвеши меня. Ты си сладкий Иисусе, Ты си Создатель мой, в Тебе спаси, оправдаюся. У Троицы Единицы Божия, спаси нас от прелести, искушений и обстояний. Радуйся, богоприятная утроба, радуйся, престоле Господень, радуйся, Мать и жизни нашей. Утверди, Господи, над вами не Источник живота стяжав тебе, смерти низложителей выпью тебе от сердца моего прежде конца, согреши, очисти, спаси меня. Умилуй меня, Боже, помилуй. Приной спаси, блудствовавшая подражав, о них наследов осуждения, в потопе погружения. Согреши, Господи, согреши в Тебя, очисти меня, не избо, и же кто согреши в человецах, Его же не превзыдох прегрешеньми. Хама онного душе, отца убийцу, подражавшая, срама не покрылась искреннего, спять зря возвратившийся. Благословение символа не наследовалось и душе окаянное, не пространство одержания, как же Иофеев, имело все на земле оставление. О земли Харан, от земли Харан, изыди от греха душе моя, гряди в землю, точащую пресно животное нетление, и же Авраам наследствовал. Авраам услышал, если душе моя древле, оставшая землю Отечества, и бывшая пришельца сего произволения подражай. Боже, помилуй. У дуба мамврейского.
Вавилонского учведи в патриарх ангелы наследство по старости обетования Лавиту. Исаака, окаянная душе моя, разумевшая новую жертву, тайна всесожжения Господи, подражая Его произволению. Исмаила слышалось, призвися, душе моя, изгнанная ко рабым, но от рождения вижд, да никак уподобно, что постраждешь, ласку сердствующим. Агария, древле душе, египтянам не уподобился еси, поработившая произволением и родши нового Исмаила призорством. Иаковлю лестницу разумела еси душе моя, явлеем, являемую от земли к небесем, почто не имела еси восхода твердо благочестия. Священника Божия, царя уединенно, Христово подобие в мире жития, в человецах подражай. Не буди столб сланой душе, возвратившейся вспять образ, да устрашить тебя Содомский, горе всего спасайся. Запаление кожелот, бегай, душе моя греха, бегай, Содомы и Гоморы, бегай, пламени всякого бессловесного желания. Помилуй меня, Господи, помилуй меня, вопию тебе, когда приедешь, и со ангелы твоими воздать и всем по достоянию деяний. Моление, Владыка, тебе поющих не отвержи, но учерви человек любчий подашь верою просящим оставление. Содержи меня с бурею и приволнением согрешений, но сама мя мать и ныне спаси, и к пристанищу божественного покаяния возведи. Рабское моление ныне преподобное принесши, ко благоутробней молитвами твоими, Богородицы, отверзи мне божественные входы. Твоими молитвами дары и мне оставление долгов, о Андрее Критский, предстателю, покаяние, ибо тебе тайник презрядный. Троица простая, несозданная, безначальное естество, в Троице пиваемая ипостаси, спасены верой, поклоняющейся державе Твоей. От Отца безлетно Сына, в лето Богородительницы, низкосомужно родилась и странное чудо, пребывающая Дева даящим. Верам Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Святой Пречистый, благословенный, слава Ты, Святой Богородицы, Святой Дева Марии, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, ведь живот наш Христу Богу предади. Слава воссылаем Отцу и Святому Духу непресно в веки веков. Аминь. Светила Богоотвращная, Спасла апостоли, просидите нас во дне жития, некогда во дни ныне благообразно уходим, светом воздвигаем. И вставая плакал, а женщина начала рассказывать свою жизнь, сказав: родом я, брат мой, из Египта,
При жизни родителей я в 12 лет, презрев любовь к ним, ушла в Александрию. Когда я потеряла чистоту и сколь неудержимо и жадно влеклась к мужчинам, я стыжусь даже вспоминать, ибо стыд теперь не позволяет мне говорить. Коротко скажу, чтобы ты узнал, как похотлива я была и как падка была до наслаждения. 17 лет, да простишь ты мне это, я торговала собой и клянусь не ради корысти, ибо часто отказывалась, когда мне предлагали плату. Поступала я так безвозмездно, совершая то, чего мне хотелось, чтобы привлечь к себе большее число желающих. Не думая, что я не брала денег, потому что была богата. Мне приходилось просить подаяния или прясть, но я была одержима ненасытной и неудержимой страстью пятнать себя грязью. Это была моя жизнь. Я почитала жизнью постоянное поругание своего тела. Проводя так дни свои, однажды летом, я замечаю большую толпу мужчин, ливийцев и египтян, спешащих к морю, и спрашиваю одного из прохожих, куда торопятся эти люди? Он ответил, говоря, в Иерусалим на праздник честного воздвижения креста, который наступает через несколько дней. Я сказала ему, а возьмут они с собой меня, если я хочу плыть с ними? Он мне, если у тебя есть деньги на проезд и на пропитание, никто тебе не помешает. Я ответила ему, правду сказать, брат, у меня нет ни на проезд, ни на пропитание. Все же я пойду с ними на нанятый ими корабль, и угодно им это или не угодно, они должны будут меня кормить, ибо за проезд я заплачу своим телом. Мне хотелось отправиться с ними, прости мне, Ава, чтобы иметь много любовников к услугам своей похоти. Я предупредила тебя, Ава Зосима, чтобы ты не заставлял меня рассказывать о своем распутстве, ибо мне страшно, видит Бог, сквернить словами тебя и самый этот воздух. Зосима, накрапляя слезами землю, отвечал ей, говори Бога ради, Матерь моя, говори и не утаивай ничего, что составляет назидательную твою повесть. Она, продолжая начатый рассказ, говорит, тот юноша, услышав мои бесстыдные слова, со смехом пошел прочь. А я бросила свое веретено, иногда я его носила с собой, побежала к морю вслед за бегущей туда толпой, повстречавшейся мне, заметив на берегу каких-то юношей около 10 или более человек крепких телом и стремительных движениях, показавшиеся мне подходящими для того, к чему я стремилась. Юноши, видимо, помогали своим спутникам подняться на корабль, ибо некоторые пришедшие раньше уже заняли свои места. По великому своему бесстыдству я вмешалась в их толпу и сказала, «Возьмите меня с собой, я буду вам не без пользы». Добавив еще более непристойные слова, я всех заставила рассмеяться. Юноши увидели мою готовность ко всяческой разнузданности и взяли меня на свой корабль. А так как медлить было не для чего, он снялся с якоря. Как я поведаю тебе о дальнейшем, отец, чей язык мог бы передать и чье ухо выслушать, что было в пути, чему только не побуждало этих несчастных даже против их воли. Нет такого сказуемого или несказуемого разврата, в котором я не была бы для этих несчастных наставниц. Я, Ава, дивлюсь, как море стерпело мое распутство, как земля не разверзла свои недра и заживо не поглотила меня, уловившую в свои сети столько душ. Бог, я думаю, хотел моего раскаяния, ибо Он не хочет смерти грешника, но по великодушию своему ждет его обращение. Так мы достигли Иерусалима. Все дни, которые я прожила в городе до праздника, я провела так же, если не более позорно. Уже мало мне было юношей, с которыми я имела дело во время плавания, и которые в пути служили мне. И я совратила многих других, выбирая для этого и жителей Иерусалима, и чужеземцев.
Когда наступил святой праздник воздвижения креста, я по обыкновению ходила по городу, охотясь за тушами юношей, и однажды на рассвете увидела, что все идут в церковь, и пошла с остальной толпой. И вот я вместе с нею вступаю в притвор. Когда пришел час святого воздвижения креста, расталкивая других и в свою очередь теснимая, я пыталась вместе со всеми войти в церковь. С великим трудом мне, несчастной, удалось протиснуться к дверям, ведущим внутрь храма, где молящимся являли животворящее древо креста. Но когда я была уже на пороге, и все беспрепятственно вошли, меня же не пустила войти какая-то божественная сила, не дав мне переступить порог. Меня снова оттеснили, и снова я одна осталась стоять в притворе. Решив, что причина этого – женское слабосилие, я вновь смешалась с ходящими в храм и изо всех сил боролась и отталкивала соседей локтями, стараясь пройти вперед. Но все усилия были тщетны, ибо когда злосчастные мои ноги ступили на порог, все люди беспрепятственно вошли, и только меня, бедную, храм не принимал. Словно воинский отряд, которому приказано было преградить мне вход, некая сила неизменно препятствовала мне, и снова я оказывалась в притворе. Трижды и четырежды безуспешно пытаясь войти, я выбилась из сил, и, будучи не в состоянии расталкивать людей и сносить, чтобы меня толкали, тело мое ослабело от усилий, в конце концов сдалась и отступила в угол притвора. И тогда мне открылась причина, по которой мне не дано было узреть животворящее древо креста, ибо духовные очи мои озарило слово спасения, указывая, что мерзость дел моих закрывала мне доступ в храм. Я начала плакать и скорбеть, ударяя себя в грудь и из глубины души испуская стоны. И тут увидела над собой икону Пресвятой Богородицы и говорю к ней, не сводя с нее глаз: «Дева, Владычица, родившая по плоти Бога Слово, я знаю, что не должно и неблаговидно мне, столь запятнанной грехом, взирать на пресвятой и непорочный лик Преснодевы, чье тело и душа чисты и свободны от скверны. Ибо твоя чистота должна по справедливости ненавидеть меня и отвращаться моим распутством. Но по элику, как я слышала, Бог, рожденный тобою, для того и воплотился в человека, чтобы призвать грешников к покаянию. Заступись за одинокую и ни в ком не имеющую опоры. Сделай, чтобы и мне было дозволено войти в храм. Да не лишишь ты меня созерцания креста, на котором распятый по плоти Бог и Сын твой пролил кровь свою ради моего искупления. Повели, Владычица, открыть мне двери, чтобы я могла поклониться святому кресту, рожденному тобою Богу. Стань моей поручительницей в том, что никогда более не оскверню мою плоть постыдным соитием. Но когда взгляну на крестное древо Сына твоего, тотчас отвергнусь мира и всего мирского, и тотчас уйду, куда ты, поручительница моя, моего спасения, прикажешь мне и куда поведешь меня». Так я сказала, и укрепленная своей горячей верой и ободренная состраданием Богородицы, покинула то место, стоя на котором творила молитву. Снова я иду и замешиваюсь в толпу входящих в храм, и сейчас никто уже не отталкивает меня, и я, в свою очередь, не отталкиваю никого, никто не мешает мне приблизиться к дверям, ведущим внутрь храма. Меня объяли страх и восхищение, вся я с головы до ног трепетала и содрогалась. Затем я достигла дверей дотоле недоступных для меня, и словно сила, прежде препятствовавшая, теперь пролагала мне дорогу, свободно переступила порог и, взойдя в святой храм, удостоилась зреть животворящий крест и увидела святое таинство и поняла, сколь милостив Бог кающемуся. И вот я, несчастная, пала ниц, лобзая святые те плиты, и поспешно вышла, торопясь к той, что дала за меня поручитель. Я прихожу туда, где скрепила свое обязательство, и, склонив колени перед Преснодевой и Богоматерью, сказала так: «Ты, милосердная Владычица, явила свое ко мне человеколюбие,
и не отторгла мольбы грешницы, и я узрела прославление, которое справедливо не может не можем зреть мы, нечистые. Хвала Богу по заступничеству Твоему, принимающему раскаяние грешников, что я, грешница, могу думать и говорить. Пришел час, владычица, чтобы исполнились слова Твоего за меня поручительства. Ныне путеводи меня, куда Тебе угодно. Ныне будь мне и наставницей спасения, и руководительницей на пути покаяния. Говоря это, я вдали услыхала голос: «Перейди Иордан, и обретешь блаженное успокоение». Услышав этот глаз и уверовав, что он обращен мне, я в слезах вскричала к Богородице: «Владычице, владычице, не оставь меня! С этим я покидаю притвор храма и спешу прочь». Когда я выходила, какой-то человек дал мне 3 фолия, сказав: «Возьми, Анна». Я на эти деньги купила 3 хлеба и взяла их в благословение пути своего, спросив человека, где проходит дорога на Иордан человече. Узнав, какие ворота ведут в ту сторону, я бегом вышла из города и в слезах пустилась в путь. Своими расспросами, опережая чужие, я без отдыха шла весь день, кажется, был 3-й час дня, когда я узрела крест, и на закате солнца пришла, наконец, к храму Иоанна Крестителя у Иордана. Прежде всего, сотворив там молитву, я тотчас вошла в Иордан и окропила той священной водой лицо и руки, затем в храме предтечи причастилась чистых и животворящих таин, съела половину одного хлеба и, напившись воды из Иордана, легла спать на земле. Утром я нашла невдалеке от этого места малую ладью, переправилась на другой берег и снова стала просить Богородицу путеводить меня, куда ей будет угодно. И вот я оказалась в этой пустыне, и с той поры до сегодняшнего дня пребываю здесь. Бегу мира, ожидая Господа моего спасающего от малодушия и от бури тех, кто приходит к Нему. Засима сказал ей: «Сколько лет, госпожа моя, пребываешь ты в этой пустыне?» Женщина ответила: «Кажется, тому 47 лет, как я покинула святой город». Засима сказал: «Чем же ты питаешься, госпожа моя?» Женщина сказала: 2,5 хлеба были у меня с собой, когда я переправилась через Иордан. Вскоре они зачерствели и высохли, и я их понемногу съела». Засима сказал: «И столько-то лет ты прожила вовсе без печали, и при столь внезапной перемене вовсе не ведала соблазн?» Женщина ответила: «Ты спросил меня ныне, Ава Засима, то, о чем мне страшно даже говорить. Ибо если теперь стану вспоминать все опасности, которые претерпела, и ужасные мысленные соблазны, боюсь, что вновь они одержат меня». Засима сказал: «Не умалчивай ни о чем, госпожа моя, ибо единожды я уже попросил тебя, чтобы, ничего не опуская, ты во всем меня поучила». Она сказала: «Истинно, Ава, 17 лет я сражалась в этой пустыне с необузданными своими страстями, как с лютыми зверьми. Когда я садилась есть, мне хотелось мяса египетской рыбы. Хотелось вина столь мной любимого, ибо, живя в миру, я много его пила. Здесь же, не находя и воды, я сгорала от жажды и несказанно страдала. Посещала меня безрассудная тоска по разгульным песням, постоянно смущая меня и побуждая напевать их демонские слова, которые я помню. Когда я плакала и била себя в грудь, вспоминая об обете, который дала, удаляясь в пустыню, и однажды мысленно очутилась я перед иконой Богоматери, моей поручительницы, и жаловалась ей, умоляя прогнать соблазны, осаждающие мою злосчастную душу. Однажды, когда я долго плакала и сколько доставала сил, наносила себе удары, какой-то свет внезапно озарил меня. И с тех пор настала для меня после 3 волнения великая тишь. Как, Ава, поведаю тебе о помышлениях, снова толкавших меня в блудный грех? В моем злосчастном сердце горело пламя, и всю меня жгло, возбуждая похоть. Когда этот
Едва этот помысел посещал меня, я бросалась на землю и обливала ее слезами. Мне думалось, что моя заступница и хранительница явилась сюда, чтобы покарать нарушительницу своего обета. Случалось, я по суткам лежала так, пока тот сладостный свет не изливался на меня, прогоняя соблазнявшие ко греху помыслы. Впоследствии я всегда обращала духовные свои глаза к моей поручительнице, прося помочь мне терпящей бедствие в море этой пустыни. И она была мне опорой в моем раскаянии. Так во множестве искушений прошло 17 лет. Но с той поры до сего дня Богородица не оставляла меня и руководительствовала во всем. Зосима сказал ей: «Неужели ты не испытывала недостатка в еде и одежде?» Она отвечала ему: «Съев те хлебы, о которых упомянула, я 17 лет питалась травами и тем, что могла найти в пустыне. Гематий же, бывший на мне, когда я переправилась через Иордан, сносился. Мне пришлось немало страдать от холода и летнего зноя, когда мне палила жара или дрожащую, сковывал холод так, что часто я падала на землю и лежала почти бездыханно и недвижимо. Я постоянно сражалась с кознями и ужасными искушениями дьявола. Но с того времени и до сих пор сила Божия всяким путем обороняла мою грешную душу и жалкое тело. Ибо одно воспоминание о том, из скольких опасностей я была ею спасена, насыщает меня нетленным брашном, надеждой на спасение. Ведь брашно моя крепость – слово Господне, ибо не хлебом единым живет человек. И совлекшие с себя покров греха облекаются скалой, когда им нечем скрыть наготу». Зосима, услышав, что она еще сохраняет в памяти слова Писания из книги Моисеевой, Иова и Псалтири, сказал ей: «Ты, госпожа моя, читала только Псалтирь или и другие священные книги?» На это она улыбнулась и говорит старцу: «Истинно, я не видела человека с тех пор, как переправилась через Иордан, кроме как сегодня тебя, не встречала и ни единого зверя, ни другой какой твари, как пришла в эту пустыню. Грамоте же я никогда не училась и не слышала даже, как поют псалмы или что-нибудь оттуда читают. Но Слово Божие, наделенное жизнью и силой, само дает человеку ведение. Здесь кончается моя повесть. Но как в начале ее и ныне заклинаю тебя воплощением божественного слова молиться обо мне грешной перед Господом». Так сказав и так совершив свой рассказ, она пала к ногам Зосимы и снова старец со слезами вскричал: «Благословен Бог, творящий великие, чудные, славные, предивные дела, которым нет числа. Благословен Бог, показавший мне, как Он награждает тех, кто боится Его. Истинно, Господи, Ты не оставляешь взыскующих Тебя». Женщина, удержав старца, не позволила ему пасть ей в ноги и сказала: «Все, что ты услышал, человече, заклинаю тебя нашим Спасителем Христом, никому не рассказывать, пока Бог не разрешит меня от сет. А теперь ступай с миром. На следующий год ты увидишь меня, а я тебя, хранимого благодатью Господней. Сделай ради Бога то, о чем я тебя ныне попрошу. В будущий Великий пост не переходи, как принято у вас в монастыре Иордана». Зосима удивился, что ей ведомо монастырское правило, и сказал только: «Слава Богу, дарующему великие блага, любящим Его». Она говорит: «Оставайся, Ава, как я тебе сказала, в монастыре. Ведь если бы ты и захотел, невозможно тебе будет выйти. День Святой Тайной Вечери возьми для меня в священный и достойный, подобный таинству сосуд от животворящего тела Христова и крови, и стой на том берегу Иордана, который ближе к поселениям, чтобы я могла прийти и причаститься святых даров. Ибо с тех пор, как я приобщилась в храме Предтечи, до того, как перейти Иордан, до сего дня не приобщалась, и теперь всей душой этого жажду. А потому молю, не пренебрегай моей просьбой, и принеси мне те же животворящие и святые тайны в тот самый час, когда Господь созвал учеников
на святую свою вечь. Аве же Иоанн, игумен твоего монастыря, скажи так: «Призри на себя и на овец свой, ибо они творят дурные дела, которые должно исправить. Но я не хочу, чтобы ты сейчас сказал ему об этом, а когда Бог повелит тебе сделать так». Кончив и сказав старцу: «Помолись за меня», она снова скрылась во внутренней пустыне. Зосима, склонив колени и припав к земле, где напечатлялись следы ее, восславил и возблагодарил Господа, и в ликовании души и тела пошел назад, славословя Господа нашего Иисуса Христа. Вновь, пройдя ту пустыню, он вернулся в монастырь в день, когда у тамошних монахов было принято возвращаться. Весь год Зосима молчал, не смея никому рассказать то, что он видел, но в душе молил Бога снова явить ему желанный лик. Он страдал и сокрушался, что ждать придется целый год, и желал, если бы это было возможно, чтобы год оборотился одним днем. Когда же наступило воскресенье перед Великим постом, все тот час после обычной молитвы вышли из монастыря с песнопениями, а Зосиму одержала лихорадка, которая заставила его остаться в келье. И он вспомнил слова святой, сказавшей: «Если б и захотел, невозможно тебе будет выйти из обители». Спустя немного дней он восстал от болезни, но оставался в монастыре. Когда же прочие монахи вернулись и наступил день тайной вечери, он сделал то, о чем женщина попросила его, взяв в малый сосуд пречистого тела и честной крови Господа нашего Иисуса Христа и положив в корзинку фиг, фиников и немного моченых бобов, он поздним вечером покидает монастырь в ожидании прихода святой, садится на берегу Иордана. Хотя Пресвятая медлила своим появлением, Зосима не сомкнул глаз и непрестанно смотрел в сторону пустыни, ожидая ту, кого желал увидеть. Сидя так, старец говорил себе: «Может быть, она не идет из-за какого-то моего прегрешения? Может, не нашла меня и воротилась назад?» Говоря так, он заплакал и в слезах стенал, и, воздев глаза к небу, так молил Бога: «Не отнимай у меня, Господи, блаженство снова видеть то, что дозволил единожды лицезреть. Да не уйду я только с тяжестью обличающих меня грехов». После этой слезной молитвы иная мысль посетила его, и он стал говорить себе: «Что будет, если она придет? Ведь ладьи нигде нет, как она переправится через Иордан и подойдет ко мне недостойно? Увы мне жалкому, увы несчастному, кто по грехам моим не дал мне вкусить такого блага». Пока старец думал такие думы, явилась святая и стала на том берегу реки, откуда шла. Зосима поднялся в радости и ликовании со своего места, славя Бога, и опять приступило к нему сомнение, что она не сможет перейти Иордан. И видит, тогда ночь выдалась лунная, как святая осенила крестным знаменем Иордан и вступила в воду, и пошла по воде немокренно, и направилась к нему. Еще издали она остановила старца и не позволяла ему пасть ниц, крикнула: «Что ты делаешь, Ава, ведь ты иерей и несешь святые дары?» Он повиновался, и святая, выйдя на берег, сказала: «Благослови, отец, благослови меня». Он, дрожа, ответил ей: «Подлинно не ложны слова Господа рекшего, что по силам очищающие себя подобны Богу. Слава тебе, Христос, Бог наш, внявший мольбе моей и явивший милосердие рабу своему. Слава тебе, Христос, Бог наш, через эту свою работу открывший мне великое несовершенство мое». Женщина попросила прочесть святой символ веры: «И Отче наш, сущий на небесах». Когда Зосима закончил творить молитву, она по обычаю облобызала уста старца, причастившись так животворяющих тайн, она воздела руки к небу, стала стенать и плакать, и вскричала: «Ныне отпущаешь рабу твою, владыка, по глаголу твоему, с миром, яко видисто, очи мои, спасение твое». Потом говорит старцу: «Прости, Ава, прошу тебя исполнить еще одно мое желание. Сейчас ступай в свой монастырь, хранимый благодатью Божией,
а на следующий год снова приди в то место, где я в первый раз тебя видел. Ступай ради Бога, и вновь по воле Божией увидишь меня». Старец отвечал ей: «О, если бы мне было возможно сейчас последовать тебе и вечно видеть честной твой лик, но исполни единственную просьбу старца, вкуси немного от того, что я принес тебе здесь». И с этими словами он показывает ей свою корзину. Святая только кончиками пальцев, притронувшись к бобам, взяла 3 зернышка и поднесла их ко рту, сказав, что довольна и духовной благодати, хранящей в чистоте душу человека. Затем снова говорит старцу: «Помолись ради Бога, помолись за меня и вспоминай меня злосчастным». Он, припав к стопам святой и призывая ее молиться за церковь, за государство и за него, отпустился слезами, ибо не дерзал долей удерживать свободную, и ушел, стеная и жалуясь. Святая вновь перекрестила Иордан, вошла в воду и, как прежде, прошла по ней. Старец возвращался, исполненный ликования и великого страха, коря себя за то, что не спросил имени святой, однако надеялся сделать это в следующем году. По прошествии года старец, свершив положенный срок, снова идет в пустыню, торопясь к той причудной. Пройдя довольно по пустыне и обнаружив приметы, указывающие ему место, которое искал Зосима, стал озираться по сторонам и все оглядывать в поисках сладчайшей добычи, подобно опытному ловчему. Когда же удостоверился, что нигде ничего не видно, заплакал и, подняв глаза к небу, стал творить молитву, говоря: «Яви мне, Владыка, сокровище Твое некрадомое, сокрытое Тобой в этой пустыне. Яви мне, молю, ангела во плоти, которого недостоин весь мир». Так молясь, он оказался как бы в изрытом рекой устье и увидел в восточной его части ту святую женщину, лежащую мертвой. Руки ее были сложены по обычаю, а лик обращен к востоку. Подбежав, он омочил слезами ее стопы, к остальному же ее телу не смел прикоснуться. Довольно часов плакав и прочитав приличествующие времени и обстоятельства псалмы, сотворил молитву погребения и сказал себе: «Не знаю, схоронить останки святой или ей это будет неугодно». Говоря это, он видит в головах ее начертанную на земле надпись, гласящую: «Здесь схорони, Авва Зосима, останки смиренной Марии, и прах предай праху, непрестанно вознося молитвы Господу за меня, скончавшуюся по египетскому счислению месяца Фармуфа по рамейскому апреля, в ночь страстей Спасителя, по принятии святых тайн». Прочитав эту надпись, старец, возликовав, узнав имя своей святой, а также и то, что она, причастившись у Иордана святых тайн, тотчас очутилась в месте своего отшествия. Путь, который Зосима с трудом прошел за 20 дней, Мария свершила в один час и сразу отошла к Господу. Славя Бога и окропляя слезами тело Марии, он сказал: «Время смиренной Зосима свершить повеленное. Но как несчастный ты сможешь вырыть могилу, которую, когда у тебя в руках нет ничего?» Сказав это, он увидел неподалеку малый обломок дерева, лежащий в пустыне. Подняв его, Зосима начал рыть землю, но земля была суха и не поддавалась его усилиям, а старец устал и обливался потом. И спустив из глубины души стон и подняв голову, он видит, что могучий лев стоит у останков святой и лижет стопы ее. Старец при виде льва задрожал от страха, особливо когда вспомнил слова Марии, что никогда она не встречала в пустыне зверя. Осенив себя крестным знаменем, он ободрился, уповая на то, что чудная сила усопшей сохранит его невредимым. Лев же стал ластиться к старцу, выказывая дружелюбие движениями тела и всей повадкой. Зосима сказал льву: «Зверь, великая заповедала схоронить ее останки, а я старец и не имею сил выкопать могилу, вырую ее когтями, чтобы нам предать земле тело святой». Тотчас же лев
передними своими лапами изрыл яму достаточную, чтобы схоронить тело. Старец снова окропил ноги святой слезами и, прося ее молиться обо всех, предал тело земле. Лев при этом стоял поблизости. Оно было, как и прежде, нагим, одетым только тем лоскутом гематия, данным ей за Симой, которым Мария, отвернувшись от него, прикрыла свой срам. После этого оба удалились. Лев, подобно овце, отступил во внутреннюю пустыню, а Зосима повернул назад, благословляя Господа нашего Христа и высылая ему хвалы. Возвратившись в свой монастырь, он обо всем рассказал монахам, не скрыв ничего из того, что ему довелось услышать и увидеть. Но все с самого начала им передал так, что они дивились величию Господню и со страхом и любовью чтили память святой. А игумен Иоанн нашел в монастыре людей, нуждающихся в исправлении, так что и здесь слово «святой» не оказалось праздным или бесполезным. Зосима скончался в этом монастыре почти 100 лет от роду. Монахи из поколения в поколение изустно передавали это предание, пересказывая в назидание всем желающим внимать. Но мне неизвестно, чтобы до сих пор кто-нибудь предал его письмо. Я записал то, что дошло до меня изустно. Другие, быть может, тоже описали жизнь святой, и многое меня искуснее, хотя ни о чем подобном я не слыхал, а потому, как мог, составил этот рассказ, заботясь более всего об истине. Господь, щедро воздающий тем, кто прибег к Нему, да сделает поучение читающих наградой мужу, повелевшему мне составить эту запись или повесть, и да удостоит его места и чести, заслуженных блаженной этой Марией, о которой здесь было сказано купно со всеми от века своими угодниками, почтенными за созерцание и свершение деятельной добродетели. Вославим же и мы Господа, чье царствие во веки, дабы удостоил и нас в судный день своего милосердия во Иисусе Христе, Господе нашем, всяческая слава которому, честь и вечное поклонение с безначальным Отцом и Пресвятым, благим и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Безреши создание Твоего, да не оставишь и правосудия, аще единцы грешик, яко человек, паче всякого человека, человека любче. Но имаше, яко Господь, всех власть, оставлять и грехи. Приближается душе конец, приближается, не родишь и не готовишься. Время сокращается, восстанье близ, предверик судья есть. Яко сонь, яко цвет, время жития течет, что в суеме тем сам. Восприни, о душе моя, деяние твоя, я же соделалась и помышляясь, я пред лице твое принеси капли, спусти слез твоих, рцы со дерзновением деяния, не помышления Христу и оправдайся. Не выжитие греха, ни деяния, ни злоба, я же о спасе, не согреших умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив, я Каин, никто же когда. Отсюда осужден бых, отсюда и припрен бых, а сокаянный от своей совести я же, ничто же в мире нужнейшее, судье, избавителю мой, и вече, пощади, избави, спаси мя раба твоего. Лествицею же виде древних великих патриарсих указания из души моя деятельного восхождения разумного шествия, аще хочешь оба деянием, разумом и зрением пожить и обновися. Зной дневные претерпели шине ради патриархам, раз ночный понесе на всяк день снабдение творя, посы труждайся, работай, да две жене сочетает.
иными две разуми деяния же разум, зрение или оба деяния, яко многочадную, рахиль же разум, яко многотрудную, ибо кроме трудов ни деяния, ни зрение душе исправиться. Бди, о душе моей, зрятство, яко же древний великий патриарх, всех достижений деяний с разумом, да будешь ум зря Бога, и достигнешь и не заходящий мрак ведений, будешь и великий купец. На 10 патриархов, великий патриарх, и где-то творив тайну, утверди тебе лествицу, деятельно к душе мое восхождение, дети бояк, основание, степени к восхождению, премудренно подложи. Сама возненавиденного подражалась и душе отдала, еси прелестнику твоему первое добро ты первенство, и отеческие молитвы отпала, еси дважды поползнулся, еси окаянное одеянием и разумом, тем же ныне покайся. Дом и сав наречется, крайнего ради женонистовсного смешения, невоздержанием, бо присно разжигаем, и сласьме скверняем, едом именовася, и я же глаголица рожения души любогреховная. И оба нагноюще слышавшего душе мы, оправдавшегося твоего, того мужества не привновало, и твердого не имело, и предложение во всех оживесе, ими же искусилось, и си наявилось, и си нетерпеливо. Первый на престоле, на кныне, на гноище гноем, многих в чадях и славный, без чади, на бездомовный, напрасно палату бы гноище, бисерни с трупы вменяешь. Царским достоинством, венцем и багряницу один, многоименный человек и праведный богатством, кипя и стадом, не запу богатства, славы царствия, обнищав, лишися. Аще праведен, бяши он и непорочен паче всех, и не убежел овление льстивного и сети. Ты же грехолюбная, суща каянной душе, что сотворишь, аще часому от недоведомых случится найти тебе. Тело сквернися, духа коляся, весь острупихся, но яко врач Христе, боя покаяния моему врачу, я мы очисти, покажи спаси мы паче снега чистейшо. Тело твоей кровь распинай, мы от всех положивайся слове, телу бодами обновиши, кровь домыши мя души, предал еси домя, приведеши Христе твоему родителю. Делалось спасение посреди земли щедре, да спасемся воле на древе распялся, и все едем затворенные, отверзися горние и дольные твари, языцы все спасение поклоняются тебе. Будет мы купель крови зребр твоих купель, питья источившая воду оставления, да бою, да очищаюсь и помазуюсь, и пия яко помазание питье слове, животочное твоя слова. Нак есмь чертога, нак есмь брака, купные вечери, светильника угасеяка, безъелейный чертог, заключися мне спящую, вечер снедесь, а же по руку и ногу связан, вон извержен есмь. Чашу церковь стяжа ребра твоя живоносная, из них же сугубое нам источи токи, оставление разума в образ древнего и нового двоих купи, заветов спаси наше. Время живота моего мало исполнено болезни, лукавствия, но покаяниями прими, и в разум призови, да не буду стяжания, не брашно чуждему, спаси сам я ущедри. Высокоглаголи вы ныне есть, им жестах же и сердцем в отче и в суе, да не с фарисеями осудишь, имя паче же мытарство, смиренной подачь мне день щедри, правосудие сему мя сочисли. Помилуй меня, Боже, помилуй.
Согреших, досади в сосуду плоти моя, вем щедре, но покаяниями прими и в разум, при завиду не буду стяжания, не брашь на чуждему спаси, сами ущедри. Самый стукан быстростьми душу мою вредя щедрый, но покаяниями прими и в разум, при завиду не буду стяжания, не брашь на чуждему спаси, сами ущедри. Послушай гласа Твоего, прислушай описание Твоего законоположника, но покаяниями прими, и в разум призови, да не буду стяжать, и не брашь на чуждему, спаси сами ущедри. Бесплотных жительств в плоти, приходящих благодать преподобных, Богу верю, воистину приялось и верно, чтущих Тебя предстательствует, тем же молим Тебя от всяких напастей, и нас молитвами Твоими избави. Великих без мести в глубину не заведшиеся, неодержима была и сильного стекла и сей, умыслом лучшим, в крайнем деянием явида добродетели преславно ангельское естество Марии удивившее. Отеческое похвалу молитвами Твоими не престай, моляся, предстоя Троице Пребожественнее, когда избавимся мучения, любовью предстателя Тебя Божественного, всеблажение, призывающий к риту удобрение. Нераздельное существо, внеслитное лице, богословлю Тебя, Троическое единое божество, яко единоцарственное, сопрестольное, вопью Тебе песню великую, вышних три губа песнословие мою. И рождающее, девствующее, пребывающее во естеству дева, рождейся, обновляет законы естества, утробы же рождает нерождающее, Бога где же хочет. Побеждается естества чин, творит Бо или как хочет. Житие мое приду в присно, тьма бобысти глубока мне мгла, ночь греха, но я тот не сына спаси, покажи мя. Рувима подражая, окаянный о содеях беззаконный, законопреступный завет на Бога Вышнего, оскверни в ложе мое, яко же отчее он. Исповедаюся Тебе, Христе, Царю согреших, согреших, яко прежде Иосифа, братья, продавшие чистоты плода и целомудрия. От сродников праведная душа связася, продася в работу сладкий во образ Господень, ты же вся душе продалася, еси злыми твоими. Иосифа праведного и целомудренного ума, подражая каянное, неискусное душе, и не оскверняйся бессловесными стремлениями, присно беззаконнующие. Аще в рове поживи иногда, Иосиф, владыко Господиного, образ погребения и восстания Твоего, аз же что Тебе, когда сицевое принесу? Моисея услышала, еси ковчежец душеводами, волнами носим речными, яко в чертозе древле, бегающее дело горького совета фараонницкого. Помилуй меня, Боже.
Паче бабы слышала еси убивающее иногда безвозрастное, мужеское душе каянное, целомудрие деяние, ныне яко великий Моисей, си премудрость. Яко Моисей великий, египтянина ума уязвивши, окаянная не убила еси душе, и како вселившися глаголя в пустыню страстей покаянием. Вселися великий Моисей, гряди убо, подражай того житие, да и в купине богоявления душе в видении будешь. Помилуй, Моисей, в жезл воображай душе, ударяющий море, обустевающий глубину, во образ креста божественного им же можешь и ты великое совершите. Арон, приношаше огонь Богу непорочный, нелестный, но в нифниес, яко ты душе, приношаху чуждее Богу оскверненное житие. Яко тяжкий нравом фараону горькому быхло деко, и они амбри, душе телом и погружен умом, но помози ми. Калу примесихся каянный умом, а мы мя владыка банию моих слез молютя плоти моей, одежду упилив, яко снега. Аще испытаю моя дела, спаси всякого человека, превошедшего грехами себе зрю, яко разумом мудрствуя согреши, не неведением. Пощади, пощади, Господи, создание Твое согреши, ослаби меня, яко естеством чистый, сам сый един, и ин разве Тебе никто же есть, кроме скверны? Мне ради Бог сый вообразился, и сивмя показал, если чудеса исцелив, прокаженный, расслабленно гостягнул, кровоточивый ток уставил, если спаси прикосновением ризы. Кровоточивую, подражая каянная душе, притицы, удержи меты Христовы, да избавишься ран, и услышишь от Него вера Твоя спасетя. Низус нечащую, подражаю душе, приди, припади к ногам Иисусовым, да тебя исправит, и доходишь право стези Господни. Аще кладясь иси глубокий, владыко, источими воду из пречистых твоих жил, да яко самаряныня, не к тому пияй жажду жизни бустру источаешь. Силам да будут ми слезы, моя владыка Господи, да умыю и озенится сердце, и вижду тебя умно света привечно. Несравненным желанием всебогатое древо вожелевше, поклонитесь животному, сподобилося еси желание, сподоби уба и мне, улучите вышние славы. Струи иорданские пришедшие обрела, еси покой безболезненный, плоти сласти избежавшие, я же и нас изми, твоими молитвами преподобная. Яко пастыря изряднейше Андрея премудрия, избрана суща тебя, любовью, велю и страхом молю, твоими молитвами спасение улучите и жизнь вечную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тя Троице, славим единого Бога, свят, 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 еси Отче, Сын и Душе, простое существо, единицы присно поклоняемая. Тебе облечеся в мое смешение, нетленное, безмужное, Мать и Деву Бог, создавай веки, и соедини себе человеческое естество. Спаси, Отче мое, из глубины воздыхания, чисти приношу пьющую сердцу, Боже, зарешив ты, очисти мя. Уклонилась еси душе от Господа твоего, яко же дав дафан, и Аверон, но пощади его, зови из ада преисподнего, не пропасть земная тебе покрые. Яко юница душе, рассвирепевшая, уподобилась еси Ефрему, яко сердно тяне сохрани житие, перившее деянием ум и зрением. Умилуй Боже, помилуй. Рука нас, Моисеева, да уверит душе, и как он может Бог прокаженное житие, убелите и чистите, и не отчаясь сама себе, аще и прокаженное си. Волны спаси при решении моих, яко в море черном возвращающееся, по крышам я внезапу, яко египтяны, иногда и трескаты. Неразумная душа призволения имелась, яко прежде Израиль божественный в обоманы предусудила из себе словесного любострастного страстей объедения. Младенцы душе предпочла еси хананейских мыслей, паче жилы камени, из него же премудрости река, яко чаша проливает токи благословия. Свиная мяса и котлы, египетскую пищу, паче небесная присудила еси душе моя, яко же древле, неразумные люди в пустыне. Как ударим, Моисей, раб твой, жезлом камень, образно животворивая ребра твоя преобразовавшая, из ниже все питие жизни спаси почерпаем. Умилуй, Боже, помилуй. Испытай душа, и смотря, як же Иисус навин обетование землю, какова есть и вселися в ним, благозаконие. Умилуй, Боже, помилуй. Восстань, побори, яко Иисус, Амалика, плотские страсти, гальваниты, лестные помыслы, присно побеждающие. Приди времени текущей естество, яко прежде ковчег и земли, он и я буди воздержание обетования души, Бог повелевает. Яко спас увести Петра, возопившего, спаси, предводив меня, спасти, от зверя избави, прости твою руку, и возведи из глубины греховные. Пристанище тебя вемут, опишное, владыко, владыко Христе, но от незаходимых глубин греха и отчаяния мя предвою избави. А здесь спасти уже погубил, если древлец царскую драхму, но уже светильник притечи твоего, в слове вещи обрящий твой образ. Неподобная Мать Мария, твоего народа.
Да страстей пламень угасивший слез, капли источала исти пресную Мария, душей распаляема, и же благодати подашь имя Твоему рабу. Неподобная Мать Мария, без страсти невестность ожалась и крайним на земле житием Мати, тем же Тебе поющим от страсти избавьтесь, молитвами Твоими молися. Неподобный Мощи Андрея, моли Бога. Искотя пастыря и председателя, и вселенной молитника веды, потекай Андрееву пиюти из мимя отчи глубины греха. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица есть просто нераздельно, раздельно, а личнее. Единица есть естеством соединена, Отец глаголит и Сын и Божественный Дух. Утрово Твоя Бога нам роди и воображенно, по нам, Его же яко Создателя, стех моли Богородице, да молитвы Твоими оправдимся. Себе и друг друга весь живот наш Христу Богу передадим. Господи, Ты бойся, Царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Субтитры
согреших, беззаконовых, и отвергох заповедь Твою, и когда во грехах произведохся, и приложих язвенству по себе, но сам мя помилуй, яко благоутробен Отцев Божием. Тайное сердце моего исповедах Тебе, судьи моему, вещь мое смирение, вещь скорбь мою, вонми суду моему ныне, и сам мя помилуй, яко благоутробен Отцев Божием. Саул иногда, яко погуби отца своего душе ослята, не запу царство обрете к прослутию, но блюди, не забывай себе скотские похоти твоя произволивши, паче царство Христово. Давид иногда богатец, паче согреши сугубо, душе моя стрелой убо устремлен быв, прелюбодейство, копьем же пленен быв, убийство томлением, но ты сама тешчайше дело не думаешь самоходными стремлениями. Совокупил бы Давид иногда беззаконие, убийство, жлюбодейство растворив, покаяние сугубое показа Абия, но сама ты лукавнейшая душе соделась и не покаявшись Богу. Давид иногда вообрази, списав уба на иконе песнь, и уже деяние обличает, еже содея завы, помилуй мя, тебе бы единому согреши всех Богу, сам очисти мя. Вот яко нашашися на колеснице за неонный, да превращуся тельцу, точью коснуся, Божьим искусися гневом, но того дерзновение убежавшей душе, почитай божественное честнем. Слышала ися Весолома, как на естество восто, познал ися того скверное деяние, ими же скверни ложе Давида отца, но ты подражал ися того страстное и любосластное стремление. Покорила ися неработное твое достоинство телу твоему, и ногу бы Ахитофела, обретши врага от души, снесла еси сего советом, но сия рассыпан сам Христос, да ты всяко спасешися. Боже, Соломон чудный и благодати при мудрости исполненный, сей лукавый надо пред Богом сотворив, отступи от него, ему же ты проклятым твоим житием душе уподобилась еси. Властьми и влеком страстей своих осквернившийся, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и странен от Бога, и уже подражал еси умом о душе, сладострастьми и скверными. Раваму поревновал еси, не послушавшему совета отча, купно же и злейше рабу Иеровоаму, прежнему отступнику души, но бегай подражание и зови Богу, согреших ущедрими. Ахавовым поревновал еси скверным душе моя, увы мне, была еси плотских скверн пребывалище, и сосуд срамен страстей, но из глубины твоей раздохни, и глаголи их Богу грехи твои. Попали Илья иногда дваще 50 Иезавелевых, и достудные пророки погуби во обличение Ахавового, но бегай подражание твою душе и укрепляйся. Заключися тебе небо души, и глад Божий постижете, когда Илья, фисфитянина, его же Ахав, не покорися словес иногда, но Сарафии уподобися, напитай пророчу душу. Мо
она сия вот собралась и согрешение изволением, поставшие, як у мерзости страсти и умножившие душе негодование, но того покаяния ревнующей тепли, стяжи умиление. Припадуйте, приношу тебе, як уже слезы глаголы моя согреших, яко не согреши, блудница, и беззаконовых, яко иные никто же на земле, но учеби, владыка, творение твое, и воззови имя. Погребов образ твой, и распих заповедь твою, вся помрачися до брота, и страстьми угасися, спаси свеча, но ущербив воздашь мне, як же поет Давид радование. Обратися, покайся, открей сокровенное, глаголи Богу вся ведущему, ты веси моя тайная, иди не спаси, но сам меня помилуй, як же поет Давид, по милости твоей. Умилуйся, Боже, помилуйся. Исчезоши дни мои, яко сони восстающего, тем же, яко языки я слезю, на ложе моем приложится мне летом и живота, но кий Исаия предстанет тебе душе, аще не всех Бога. Запивших к причастии Богоматери, первые отринулось и неистовство страстей, нужно стужающих и посрамилось и врага запемшего, но дашь ныне помощь от скорби и мне рабу твоему. Его же возлюбилась, и Его же возжалелась, и Его же ради плоть изнурилась, и преподобная, моли ныне Христа о рабех, якода милости бы всем нам, мирное состояние дарует почитающим Его. Преподобные очи родные, на камень имя верю, молитвами Твоими утверди очи, страхом меня божественным ограждая, и покаяние Андрея подожми, молюсь эти, и избави меня от сети врагов, ищущих меня. Троица простая, нераздельная, единосущная, естество едино, света весь свет, и свято три, и едино, свято поется Бога Троица, но воспой, прослави живот и животы душе всех Бога. Поемте, благословимте, поклоняемся тебе, Богородительнице, яко неразлучной Троице породила единого Христа Бога и сама отверзлась и нам, сущим на земле небесною. Изначального царя славы и Божия трепещет небесные силы Твои, священницы, любящие возносить Его во все веки. Иди, апостоли, мать Бога, нас, я по внутренне вещественного огня, по политике вещественной страсти моя, в ожидающем ли во мне желание божественной любви, любви апостоли, иди, апостоли, мать Бога, нас, трубы глаголы, гласные, слово почти им же на подоше, стены не утвердены, вражды благоразумие, утвердишь их забрало. Сиди, апостоли, молите Бога о нас, кумиры страстной души моей сокрушите, и же храмы столпы и сокрушите врага, апостоли Господни, храмове освящение, Пресвятая Богородица, спаси нас, не скинулись и не унести много естеством, носилась и носящегося, доилась если чисто, считающая твоих Христа, жизнодавца. Сиди, апостоли, молите Бога о нас, духом начала, хитростей, создавшись в церковь апостоли Христовой, с ней же благословите Христа во веки. Сиди, апостоли, молите Бога о нас, подшубивши другое учение, не свергавшись апостоли, всю месть идущую Христа превозносящего во все веки. Сиди, апостоли, молите Бога о нас, апостоли, доброе преселение, надзирателя мира небесные жители, нас, превозносящие, избавите от бед. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, Трисолнечное, Всесветное, Богоначалие, Единославное, Единопрестольное, Естество, Отче, Свидетелю,
Сыне Божественной Души, пою тебя во вселенней, Пресвятая Богородица, спаси нас, яко честные, превысшие престол, воспоим Божию Матерь, непрестанной любви едину, поруши все Матерь и Деву. Спаси, помилуй, воздвигни мой ум ко обращению, прими мякающегося, щедрого пьюща, согрешив те спать, спаси беззаконовых, помилуй мя. Колесничник Илья, колесницу добродетелей вшед, яко на небеса нашавшийся превыше иногда от земных, сего бы душе моя восход помышляй. Иорданова струя, первая милоте или ноя, Елисея, ста сюда и сюда, ты же душе моя, сия не причастилась, и все благодати за невоздержание. Елисея, иногда примилоте ли, но приятцу губы благодать от Господа, что ты же, о душе моя, сия не причастилась, и все благодати за невоздержание. Мните, да, иногда праведного учреди, о душе нравом благим ты же, не вела еси в дом, ни странно, ни путника, тем же в чертога изренившися вон, рыдающий. Милый Боже, помилуй. Изи подражала еси окаянный разум, скверный всегда душе, его же сребролюбие отложи по не, на старость бега гиенского огня, отступивши злых твоих. Ты, Азии, душе, поревновавшись его прокажение, в себе стяжалось и сугубо безместное бы мыслишь, и беззаконное же деешь, и остави я же имаши, и прицицы к покаянию. Истины душе слышала и сикающиеся Богу, вретящим и пеплом сих не подражала еси, но явилась еси злейшая всех, прежде законы по законе прегрешивши. Крови блата слышала еси Иеремию душе града, сегодня рыдань вопиющая, слезы ищуща, подражайся его плачевное житие и спасешися. Иона Фарсис побеже, проразумев обращение Ниневитиным, разумевая, как пророк Божий, благоутробие, тем же ревновавши пророчеству, не солгатися. Даниила брови слышала иси, как загради уста у души зверей, увидела иси, как отрыцей же Азарии, погасивши веру и печи пламени горящие. Веткого завета все приведох те душе к подобию, подражай праведное боголюбивое деяние, избегни же паки лукавых грехов. Правосудие спаси, помилуй, избави мя огня и прещения, ежеимом на суде праведно претерпеть, и ослаби мя прежде конца добродетелью и покаянием. Яко разбойник выпьюте, помяни мя, яко Петр плачу горце, ослаби мя спаси, зову яко мытарь, слезю яко блудница, прими мое рыдание, яко же иногда хананеено. Гноение спаси, исцели смиренной моей души, едини врачу, пластырь мне наложи, елей вино, дела покаяния, умиление со слезами.
Ананию я, сподражая, помилуй меня, выпьюсь, не Давида. Каюся края риза, яко кровоточивая, плачу, яко Марфа и Мария над Лазарем. Бездную спаси стклянницу, яко мира источающая на главу, зовути яко же блудница, милости ищущая, мольбу приношу и оставление прошу прияти. Ащи никто же, яко же аса греши тебе, но обаче прими меня, благоутробни спаси, страхом кающаяся любови зовуща, согреши к тебе единому, помилуй мя милостиве. Иди спаси твое создание, взыщи яко пастырь погибшее, предвори заблудшего, восхити от волка, со твоими овча на пастве твоих овец. Игда суди я сядешь, яко благоутробен, покажешь и страшную славу твою спаси. О, каковы страх тогда, пещи горящие, всем боящимся нестерпимого судилища твоего. Света незаходимого Мати, тебя просветивши, от омрачения страстей разреши, тем же вшедши в духовную благодать, просвети, Мария, тебя верно восхваляющая. Чудо нововидев, ужасашися божественный в тебе воистину мать изосима, ангел возрящий во плоти и ужасом весь исполняшися, Христа поя вовеки. Яко дерзновение мое ко Господу Андрея Критской, честная похвалу молю, молися. Разрешение от уст беззакония ныне обрести мне молитвами твоими, яко покаяние, учитель и преподобных слава. Благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа. Безначальный Отче, Сыне собезначальный, утешителю благие души правой, Слово Божие родителю, Отца безначального Слове, души живой зиждей, Троица, Единица, помилуй мя. Я тут обращение червленицы причистой, умная багряница Емануелева, внутрь в чреве твоем плоти сткася, тем же Богородицу воистину тя почитаем. Твой, 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 Твой
апостоли, молите Бога о нас, для благославной апостольское собрание песни величаем, вселение посвятила светлое вистися, прелесть отгоняющая. Святые апостоли, молите Бога о нас, благовестную мрежью вашей словесной рыбу ловившейся, приносите всегда с ней Христу, апостоли, блажение. Святые апостоли, молите Бога о нас, к Богу вашим прошением помяните нас, апостоли, от всякого избавитесь искушения, молимся любовью воспевающей о вас. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Святый подставную единицу, Отче и Сыне со Духом, единого Бога единосущного поем, Троицу единосильную и безначальную. Пресвятая Богородица, спаси нас! Святую Родительницу и Деву Всеродию уплошаем, яко Тобою, избавшись от клятвы, радость бы нам родила, если Господа. Что сотворишь, когда придет судья испытать твоя? Моисею приведу к тебе душа миробытия, того всезаветное Писание, поведающее тебе праведное и неправедное, от них же вторые у души подражало, если они первые Бога согрешившие. Закон изнеможе празднует Евангелие, Писание же все в тебе небрежено быть, пророцы изнемогоша, и все праведное слово струпи твоего души умножишася, несущу врачу исцеляющему тебя. Привожду тебе Писание, указание, водящее тебя душе к умилению праведным, убо поревной, грешно же отвращайся и умилостиви Христа молитвами же, и пощельми, и чистотою, и говением. Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися, царствие уже и предвосхищают те фарисеи и мытари, прелюбодея же кающиеся. Христос вочеловечися, плоти приобщився ми, и вся елика суть естества, хоть и нем исполни греха кроме, подобие тебе у душе и образ предпоказуя своего снисхождения. Христос, волхвы, спаси, пастыри, созва, младенец множества, показа, мученики, старцы, прослави, старые вдовицы, их же не поревновала, если душе, ни деянием, ни житию, но горе тебе, в них да будешь и судитеся. Постився Господне 40 пустыни, последив залка, показуя человеческое душе, да не разленишися, аще тебе приложится враг, молитвою же постом от ног твоих да отразится. Христос искушашися, дьявол искушаша, показуя камени да хлебе будут, на гору возведи, видите, все царствие миром во мгновение,
Убойся, о душе, ловления, трезвися, молися на всякий час Богу. Умилуй, Боже, помилуй. Горница пустынолюбная, глас вопиющего возгласи, Христов светильник, проповедуй покаяние, ирод, беззаконного сырдиадою, зри, душе моя, да не увязнешь в беззаконные сети, но облобызай покаяние. Боже, в пустыню вселися благодати предтечи иудеевся, и Самария, слышавши течаху, исповедах у греки своя, крещающаяся усердно, и же ты не подражала, еси душе. Честные ложи не скверно, боя Бог Христос прежде благослови плотью яды, и в кане же на братье воду вино совершая, и показуя первое чудо, да ты изменишься по душе. Расслабленно гостя дну Христос, одры вземша, юноша умершего сдвиже, вдовича рождения, сотнича отрока и самаряныне, явися в дусе службу тебе душе пред живописа. Проводочивую исцели прикосновением края ризна, Господь, прокаженные очисти, слепые хромые просвети в исправе, глухие же немые, не чаще низу, исцели словом, да ты спасешься, окаянная душе. Исцеляя нищим, благовествоваше Христос Слово, бедный уврачева, смытария, ядяша, с грешники беседоваше, и аира вечери душу предумершую возврати осязанием руки. Мытарь, спасашася и блудница целомудрствовавшая фарисей, хваляся, осуждашася, ов убо чистимя, ова же помилуймя, сей же величашася вопия, Боже, благодарю тебя и прочие безумные глаголы. Закей, мытарь, бено, баче, спасашися, и фарисей, Симон, соблазняшися, и блудница, примаше оставительное разрешение от имущего крепость оставлять и грехи, юже душе почися подражати. Окаянная душе моя не поревновала, если я же приемши мир алавастер, со слезами мазаши нозе спасови отрежи волосы, древних согрешений рукописания раздирающего я. Грады им же даде Христос благовестие, душе моя уведала еси, как о прокляти быша, убойся, указания, да не будешь, яко же он, и их же содомлено, владыка уподобив, даже до ада осуди. Да не горшая у душе моя явишеся отчаянием, хананию веру слышавшая, и я же тщи словом Божиим, исцелися, сыне Давидов, спаси меня, воззови из глубины сердца, яко же он о Христу. Умилосердися, спаси мя, сыне Давидов, помилуй, беснующееся словом исцеливый глаз же, благоутробный, яко разбойнику мнерцы, аминь, глаголю тебе, со мною будешь и в рае, егда приду, во славе моей. Разбойника глагола ваша тя, разбойник благословяша тя, оба бы на кресте свисяста, но о благоутробне, яко верному разбойнику твоему, познавшему тя Бога, и мне отверзи дверь славного царствия твоего. Умилуй меня, Боже, помилуй меня. Тварь
Спасе, дрогашися, распинаем от тебя видящих, горы и камни страхом распадахуся, и земля затрясашися, и ад обнажашися, и сомрачашися свет во дне, зря тебе Иисусе пригвождено ко кресту. Достойных покаяния плодов не стяжи от меня, ибо крепость моя во мне скуде, сердце мне даруй, присно сокрушенно, нищету же духовную, да сия тебе принесу, яко приятную жертву, едине спасе. Судие мой, и прийти со ангелы, судите миру всему милостивным твоим оком, тогда види у меня пощади и ущедри мя Иисусе, паче всякого естества человеча согрешивша. И всех странным житием твоим ангелов, чины и человеков соборы, невещественно ожившие естеством пришедшие, им же яко невещественным, а ногам овшедшие, Мария, Иордан пришла еси. Преподобная Мати Мария, умила, умилостиви Создателя, охвалящих тебя, преподобная Мати, избавитесь от злоблений и скорбей окрест нападающих, да избавившись от напасти, возвеличив непрестанно прославшего тебя Господа. Честные очи, треблаженнейший пастырь укритский, не престай моляся воспевающих тя, да избавимся вси гнева и скорби и тления, и прегрешений безмерных, чтущий твою память верно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица единосущная, единица трипостасная, тя воспеваем Отца, славяще Сына, величающий Духу, поклоняющийся единому естеству воистину Богу жизни же и живущему Царству бесконечному. Град Твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в Тебе Боси верно Царство и в Тебе, и утверждается и Тобою побеждая, и побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.